Здравствуйте, вы смотрите телеканал «Ля Минор». Меня зовут Алена Бородина. К нам приехал сегодня Сергей Любавин. Встречайте! Неземные пришедшие, мы с тобой сумасшедшие, грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу ради Бога, с родной, любимой женщиной. Благодарю тебя, любовь моя, за тот волшебный праздник, нежная моя, за то, что любишь всей своей душой, что мне с тобой так хорошо. И когда я болею, шлю тебе по имейл тех стихов бестолковых и ласковых. И надеясь на чудо, я всегда верить буду. Ты печаль, ты любимая, сказка моя. Благодарю тебя, любовь моя, за тот волшебный праздник, нежная моя, за то, что любишь всей своей душой, что мне с тобой так хорошо. Встреч мелькают страницы, перелетные птицы, и лишь одна нам судьбою завещена. И когда все изменится, остается надеяться женщине на мужчину, а мужчине на женщину. Что любишь всей своей душой, что мне с тобой так хорошо. Напомню, сегодня у нас Сергей Любавин в гостях. Сергей, с большим удовольствием приветствую. Зрители телеканала «Ля Минор», они просто завалили нас письмами, они сказали, пригласите еще раз снова нашего любимого Сергея, вот передайте ему все наши письма. Мы давно не были просто, на самом деле. Да-да-да, как так получилось? А где же вы все пропадали это время? Работа, гастроли, и несколько раз уже назначали съемку, и потом по каким-то причинам, ну, это независимо ни от вас, ни от нас, вот чисто жизнь. И сейчас вот просто получилось, совпало все, и я рад, что опять в этой замечательной студии. Замечательный, с новой, очаровательной ведущей. И это очень приятно. Опять живыми музыкантами. Все как я всегда. Я хочу сказать, что когда люди пишут настоящие письма, да, имейл, написать смс-ку, ну раз-два и написал. Настоящее письмо, это надо взять, купить конверт, приклеить марку, признаться в своих чувствах, может быть, заказать любимую песню. Это дорогого стоит. Вот это тепло, оно как вами ощущается?
Очень приятно, на самом деле. И, в принципе, все концерты вот в этих городах, откуда пришли эти письма, они показывают то, что вся вот эта любовь и теплота, она не только на бумаге, но и в сердцах, и в ладонях этих людей, которые приходят, аплодируют в их сияющих глазах. Это особенно приятно. Сергей, тут Ногинск, Томская область, Омск-23. Ну, вся география России и страны ближнего зарубежья. В любом случае, мы слушаем следующую песню. Она называется «Бессонница», а потом продолжим разговор. Засыпанная снегом Москва, а в Петербурге дождь и туман, и капельки воды на ресницах застывают снежинки. Ирония судьбы или обман, я вечно где-то здесь, а ты там, и не хватает времени и силы отогреть эти льдинки. Ты ведь просто моя королева бессонница, в глубину твоих глаз мне не надо смотреть. Исцелованная под дождями бессонница, мне б с тобой до утра от любви умереть. И вроде я не твой пассажир, и вроде не моя здесь вина. Горькая вечерняя радость, бутылка вина. Твое не уезжай без конца, так долго в ритме бьются сердца. Твоих счастливых слез мне до рассвета не напиться с лица. Ты ведь просто моя королева бессонница, в глубину твоих глаз мне не надо смотреть. Целованная под дождями бессонница, мне б с тобой до утра от любви умереть. Просто моя королева бессонница, в глубину твоих глаз мне не надо смотреть. Исцелованная под дождями бессонница, мне б с тобой до утра от любви умереть. Исцелованная дождями бессонница, мне б с тобой до утра от любви умереть. Сергей, а где вас настигает муза? В какой момент? В момент переезда из одного города в другой? В тихом темном вагоне? СВ? Она всегда неожиданно настигает. Я даже иногда сам теряюсь от этого. Вот. Но что такое муза? Много артистов, и сколько я эфиров видел. И совершенно правильно они говорят, что никогда нельзя создать человеку условия какие-то для работы. Ну, якобы. Всегда все думают, хороший кабинет, кожаный диван. Вот она, муза пришла. Нет, некоторые говорят, ваши коллеги, Сергей, о том, что, в принципе, если всех выгнать из дома, есть какая-то комната уютная, там, поставить глинтвейн, или, знаю, там, чай, чашка кофе. Это хорошо, первое мне понравилось. Глинтвейн? Да. Вдохновляет? Да. Ну, где она чаще всего у вас стоит? Вот, совершенно верно. Какие-то условия элементарные, ну, по крайней мере, что отдельный какой-то кабинет или комната, они должны быть, чтобы никто не мешал, никто не бегал. Ну, так, по большому счету, сказать, что это рецепт того, что родится какая-то красивая песня новая, нет совершенно. В вагонах поезда, в автобусах, в самолетах
что-то подумал, потом записал, или зашел куда-то, чтобы никто не видел, записал что-то такое. И вот, вот только так. Хорошо. Следующая песня «Мы любим море». Она где пришла? Это вообще мировой хит. Его исполняет сейчас в Европе и в Америке такой певец Майкл Бубле. Бубле, да. Майкл да, Бубле. Вот. Угу. И, в принципе, это музыка группы The Drifters. Это 50-е годы прошлого века. Негритянская группа. Вот. И песня нам понравилась. Мы тоже аранжировали ее. А почему вдруг пришло желание исполнить ее на русском языке? Потому что сама музыка навеяла вот, мне такие вещи, вот, что-то с морем связано. Я написал текст, вот этот, он так и назвал ее «Мы любим море». Такая вроде простенькая история, ни о чем, но в принципе очень хорошее настроение оно приносит именно на концерте. Люди как-то двигаются под нее, какие-то эмоции выражают. Вот это главное. Возможно, вы сейчас будете двигаться от плиты к холодильнику или от дивана к входной двери, но задержитесь ненадолго, послушайте эту песню. Прощай, уходит белый лайнер в море, в дальнее плаванье. Ах, сколько дам, там ослепительных ярких женщин стоят на палубе. И сколько взглядов влюбленных не зря встречает молодой капитан корабля. Но его сердце принадлежит лишь тебе одной. Соленый губ, случайный твой ночной поцелуй на таинственной палубе. О, никогда, ты слышишь, не отпускай меня от себя, пожалуйста. Я так скучала ты, и море вдруг исполнило наши мечты. Мы любим море, нас любит море, как любишь ты. Чтобы вам в любви хоть раз повезло, веселитесь, люди, бедам назло. Чтобы вам в любви хоть раз повезло, веселитесь от души. Но как дела? Я как пиратский фрегат паруса сложил снова на мели. А ты идешь, такая вся прекраснее, чем сама Анджелина Джоли. И я на фото твои глаза целую, как отшельник, свои образа. Пою и вспоминаю тебя, о, любовь моя. Уйду отдел. Хочу увидеть хоть раз Аргентину, Верону и Малагу. Сойду с ума от прекрасных тел, танцующих мамбу на верхней палубе. Я так скучала ты, и море вдруг исполнило наши мечты. Мы любим море, нас любит море, как любишь ты. Я так скучала ты, и море вдруг исполнило наши мечты. Мы любим море, нас любит море, как любишь ты. О, мы любим море, нас любит море, как любишь ты. О, как любишь ты. Ну, Сергей, я в этом году впервые за очень за всю свою жизнь, собственно говоря, отправилась в круиз Венеция, Сочи. И сейчас у меня прям весь мой Инстаграм всплыл перед глазами, как я на палубе. Ну, капитан был не так молод и хорош, как в вашей песне, но, в принципе, он был такой настоящий итальянец. Так что, да, я понимаю женщин, которые приходят к вам на концерт, и вы будоражите их воображение. Да, это такая летняя южная песня. Вот мы когда-то по побережью ездим, от Анапы до Адлера. То вот эта песня на ура. Люди любят ее и как-то ассоциируют с каким-то своим отдыхом, возможно. Нет, ну, в принципе, должна быть какая-то альтернатива. Песня на теплоходе, музыка играет, а я одна стою на берегу. Тут все хорошо.
Почти хэппи-энд. А я один. Да-да-да, на берегу. Капитан увел девушку. Как вообще с социальными сетями складываются отношения? Лично у меня, то есть я не очень такой большой фанат, но у меня есть то, что называется... Специально обученные. Да-да-да, вот ребята молодые такие, и они вот здорово это делают. Просто информация, это же все равно передача информации. То есть мне звонит девушка, которая занимается, там Женя, она говорит, что произошло. То ли там мы на Черном море, я там краба поймал какого-то здорового, то ли что-то еще фотографируем. И они уже занимаются вот этим. То есть там это совершенно как бы честные там все ответы. И все, они исходят от меня по телефону. Они просто это все размещают вот в всевозможных контактах, фейсбуках и, и прочего. Сейчас, не отходя от кассы. Ну куда сейчас без селфи? Давайте слушать следующую песню, а потом продолжим разговор. Песня называется «Глаза, «Глаза с огоньком», как у меня на этой фотографии были только что. Глаза с огоньком, горящий мартини в коктейле. Глаза с огоньком, заказанный номер в отеле. Так мило тайком проникли в мое подсознание, и кисти ресниц взмахнули мне на прощанье, не замечая вокруг посторонние взгляды. Я ищу лишь один, и других мне не надо, но предал тонкий луч. Я увидел вдруг вас, рампы свет отразил, огоньки ваших глаз вместе. Глаза с огоньком, горящий мартини в коктейле. Глаза с огоньком, заказанный номер в отеле. Так мило тайком проникли в мое подсознание, махнули мне на прощанье. А теперь вы. Вам теперь никогда не забыть этот взгляд, проникающий сквозь ваш нескромный наряд, обжигающий точно, точно звезды в ночи. Снова снитесь вы мне, хоть кричи, не кричи, Россия, глаза с огоньком. Горящий мартини в коктейле, глаза с огоньком, заказанный номер в отеле. Так мило тайком проникли в мое подсознание, и кисти ресниц взмахнули мне на прощанье. Вместе поехали! Глаза с огоньком, горящий мартини в коктейле. Глаза с огоньком, заказанный номер в отеле. Так мило тайком проникли в мое подсознание, и кисти ресниц взмахнули мне на прощанье. И кисти ресниц взмахнули мне на прощанье. Ну, большинство ваших песен, в принципе, связаны с миром женщин. Ну, вы поете для женщин и о женщинах. На концертах приходят только женщины или мужчины бывают в зале? Алена, какая-то часть песен. Дело в том, что у меня 15 альбомов уже. И опа! Мы, а сколько на альбоме песен? В среднем 12-13.
Я сейчас буду умножать, у меня просто гуманитарий, я с математикой не очень, мне нужен калькулятор. Нет, просто это, Львиная доля песен о женщинах. Примерно половина, может быть. Да, хорошо. В зале кто сидит? Не о женщинах. В зале, кстати, очень много сидят семьи. У меня есть песни о детях, такая песня «Дочка» есть, тоже она знаковая, ее радиостанции многие крутят, и почему-то любят в городах одеть красиво своего ребенка, и вот когда песня «Дочка», девочка выходит там с цветочком там, или там с шоколадкой, несет там это, ну и как-то вот так все душевно очень. Женщины приходят со своими мужчинами, приходят семьи, приходят бабушки, приходят даже женщины. Я выросла, Сергей, на ваших песнях. Как минимум. Но они, вот понимаете, даже сейчас вот жизнь такая непростая у нас в России, но и не только. И говорят, вот ребенок мне, допустим, дочь или сын купил специально билет на ваш концерт. И я вот долго собиралась, ждали вас там 3-4 месяца. И вот это вот очень приятно, что люди все-таки как-то не просто, а что там у нас сегодня во дворце, ага, кто-то приехал. А все-таки готовятся как-то к концерту, и очень приятно. Потом такому человеку с удовольствием автограф даю и диск. Как известно, сладкоежка, у меня вопрос. Вы куда эти шоколадки все деваете потом, которые девочки вам выносят? Девчонки съедают? Ой, не то сказал. Не, они стройные какие. Не, ну на самом деле большой коллектив. Это у нас сегодня, ну, и студийные рамки не позволяют, но на самом деле большой коллектив, и есть кому там скушать эти шоколадки. Вот, потом... Сергей, давайте, раз уж мы о девушках заговорили, представим и девчонок, и молодого человека, который сегодня вам помогает, ваш гитарист. Иван Лучевский, замечательный гитарист, супергитарист. Он и фламенко, и на акустике, и, в общем-то, одно слово, можно регалии перечислять, одно слово, настоящий музыкант, гитарист. Юлия Березина, она бэк-вокал, и замечательная инструментом, это тенор, саксофон, владеет. Вот, еще базовая у нее труба, она тоже на трубе может, но, говорит, не буду у вас, Сергей, точно на трубе играть, только на саксофоне. Наталья Липовцева тоже поет, девушка, у нас и поющие, и играющие, это замечательно, сейчас нет его, потому что очень тяжелый инструмент, обычно у нас директор держит, сзади стоит, а так сейчас нет, он где-то в сторонке, и поэтому, ну вот, владеет замечательным инструментом, и вот песня сегодня будет, ну, сможете убедиться, что еще и поющий человек. Ну, все профессионалы, я коллективом доволен. И самое главное, вот тут спрятался человек, это Коля Силоустьев, это наш звукорежиссер. Без него, кстати, вот, в современном мире никуда, да, без звукорежиссера. Ни туды, ни суды, очень тоже старается так, чтобы была вот, музыкальная именно атмосфера, звучание на сцене и в зале очень комфортное. Предлагаю прийти к следующей песне и посмотреть, как постарались все участники коллектива Сергея Любавина. Да, просто два слова, если можно, об конечно, этой песне. Там, конечно. Я всегда на концерте говорю, песня называется «Свадьбы». Свадьба, да. Я всегда спрашиваю, а вот 3 года совместной жизни. Вот, Алена, вы знаете, сколько, какая это не свадьба? Не знаю, я 20 лет с одним и тем же мужчиной, трудно сказать. Ну, уже 3 года, забыла, значит, прошли. Это забыли. Забыл, как называется. Да не может быть, что 20 лет. 20 серьезно? Лет, да. И вот потом я спрашиваю, а 10 лет совместной жизни? Ну, и зал там розовая свадьба, розовая. А потом я говорю, а 20 лет жизни совместной, это какая свадьба? Да Бог его знает. Я понял, да. Ну, конечно, он знает, вот. А вы представляете, вот у вас... Я знаю только, что серебряная 25, а золотая 50. Да, такая... дай бог, чтобы все было и одна, и вторая, но мужчина в Сибири сидел в уголке там и говорит, столько не живут. Мы сейчас докажем, что это не так. Свадьбы. Поехали. Год совместной жизни женщиной одной. Нас, как в первый миг свидания, не разлить водой. Вот и ситцевая свадьба отшумела вся. И любовь, как в чудном храме, поселилась. Какая это нежность и боль, какая чистота вокруг. Мы связаны навеки с тобой, моя любимая и друг. Пусть годы пробегут, как вода, под парусом.
Придется нам долго плыть, нам только лишь бы вместе всегда, нам только лишь бы вместе быть. 10 лет совместной жизни с женщиной одной, ненаглядной и любимой, грешной и святой. 10 розовая свадьба радость принесла. Наша дочка повзрослела, в первый класс пошла. Какая это нежность и боль, точно какая чистота вокруг. Мы связаны навеки с тобой, моя любимая и друг. Пусть годы пробегут, как вода, под парусом нам долго плыть, нам только лишь бы вместе всегда, нам только лишь бы вместе быть. 20 лет, 30 лет совместной жизни пожелаю всем. Дочка выросла и стала взрослою совсем. Малышка распригожая, на тебя моя родная так похожая. Какая это нежность и боль, какая чистота вокруг. Мы связаны навеки с тобой, моя любимая и друг. Пусть годы пробегут, как вода, под парусом нам долго плыть, нам только лишь бы вместе всегда, нам только лишь бы вместе быть. Сергей, ну раз уж песню «Свадьба» мы послушали, разговор о свадьбах, о частных мероприятиях. Это интересно знать, потому что артист, который, в принципе, в состоянии собрать большой зал в любом городе, да, как вы относитесь к частным мероприятиям? К свадьбам, например. Замечательно отношусь и считаю, что это какой-то вот момент отношений и счастья двух людей. Это прежде всего. И те, кто собирается поздравить молодых и родителей, отметить это торжество, это всегда прекрасно. Наверное, для артиста тоже это тоже неплохо, потому что все равно на свадьбе подбирается определенный репертуар. То есть не будешь петь какие-то патриотические песни, там это все понятно. Но в принципе, конечно, то, что касается меня, моего коллектива, мы больше любим сольные концерты, вот, где люди пришли специально на концерт с программкой, сидят в зале, буфет, лимончик, коньячок, хороший свет, звук. Вот это нам больше нравится. А как-то разделяются песни между первым и вторым отделением? Ну, когда после коньячка с лимончиком, в принципе, это уже какие-то другие. Нет, я это к слову сказал, Алена, вы так зацепились. Это... Ну, может быть, просто коньячком мне отказалось. Может быть, мы с вами любим это, как бы, поэтому так по чуть-чуть, если... Бьющая мать горе семьи. Да, следующая да. Песня называется «Грешная любовь». Ее мы послушаем и продолжим наш разговор. Как так получилось, по усмешке злой, поздно нам случилось встретиться с тобой. Вечеринка чья-то, новые друзья, у тебя семья, у меня семья. Встретимся украдкой от случайных глаз и живем с оглядкой, прячась каждый раз. Но не быть нам вместе, знаю ты и я. У тебя семья, у меня семья. Грешная любовь, нелегальная, сумасшедшая. Лжи, горе ты мое, расскажи.
С тобой пытаемся обмануть весь мир, молча растворяемся в тиши чужих квартир. Этот круг порочный нам не разорвать, СМС полночный не расшифровать. Грешная любовь нелегальна, бесконечной лжи, горе ты мое, расскажи, как нам дальше жить, бесконечной лжи, счастье ты мое, расскажи. Ну, прям страсти, страсти. Вот эта вот песня «Ваша грешная любовь». В жизни как обстоят дела? Все хорошо. Ну, интернет предлагает простую версию. Одна жена, один сын. 20 лет совместной жизни. Ага. Все как положено. Ну, повторюсь, учите. Как и у вас, да. Все так. А как получается, как сохранить? Что можете сказать лично о своем примере, о своей семейной жизни? Рецептов нет, на самом деле. Совершенно нет рецептов. И я их даже давать не буду, тем более на... здесь на сцене и на вашем замечательном канале, потому что у всех все очень индивидуально. Каждый чувствует своего человека, мужчина чувствует свою женщину и наоборот. И только на этой базе может что-то построиться, больше никак. Мы просто возьмем с вами вместе, пожелаем каждому, кто еще не нашел свою вторую половинку, ее найти в самое ближайшее время. Обязательно, да. У меня даже песня есть «Ласточка» такая, она... обладает магическим свойством просто. Так, подождите, у меня в программе сегодня... Ее нет, мы ее не будем петь, потому а что... А вот я, кстати, настаиваю. Я ее миллион раз уже спел. А нет, я настаиваю. Нет, она, дело в том, что даже в эфире «Ля минора» уже есть, и неоднократно я ее исполнял. Просто, когда вот я приезжаю в город, рассказик можно этот... И действительно, когда вот женщины поют со мной эту песню «Одинокие ласточки», хоп, на следующем концерте рядом мужчина. Сергей, если говорить о каких-то небольших и больших концертах, вы сказали, что вы отдаете предпочтение большим площадкам. В следующем году у вас юбилей, мало того, что свой лично собственный, еще и юбилей, да, творческой деятельности. Я так понимаю, что будут какие-то большие концерты в двух столицах. Вот пару слов об этом, как вы к ним готовитесь? В Москве и в Санкт-Петербурге на центральных площадках этих городов пройдут концерты. И также пройдут в крупных городах. То есть, почему в крупных? Ну и даже и в Белоруссии у нас в Минске будет. Потому что это сопряжено с тем, что будет симфонический оркестр в первом отделении. У нас ого! Есть целая программа, называется она «Признание». Вот, часть песен мы тоже на вашем замечательном канале уже показывали, но это программа первого отделения с симфоническим оркестром, то есть порядка там 100 человек на сцене, не в каждом городе есть такая возможность, возможность и такая струнная группа, в общем.
общем-то, все это озвучить, подключить и так далее. Ну вот планируем такие вот грандиозные планы. Ну и самое главное, вот мне самому это очень нравится, потому что у нас песни, вот лирика, они способствуют как раз тому, чтобы где с удовольствием у нас струнники играют, потому что они говорят, вот у вас есть где поиграть. Потому что ну, для них это самое главное. Следующая песня «Воспоминания». «Воспоминания» — это песня, такой романс. Он на самом деле о том, что... Потому что такие слова немножко, их как бы такая поэзия, оно с первого прослушивания, даже я, когда мне эту песню прислали, не понял. На самом деле она о том, что мужчины очень мало уделяют внимания и говорят теплых слов своим женщинам, особенно у нас в России. И, «Милый». Ты понял? Милый, да, милый обязательно. И дело в том, что тут такая тема, вот как в этом романсе, что когда любимый человек уже ушел, они долгое время прожили, и мужчина идет по опустевшему городу ночному и вспоминает, романс так и называется, «Воспоминания», о том, что ну, нужно было почаще это делать, «Воспоминания». Давайте говорить друг другу теплые слова и слушать песню следующую прямо сейчас. Засыпает на руках вечер, затихает в облаках. Ветер улетает в дальний край. Птица память прячет нашей любви страницы. Сколько лет мне снится один и тот же сон. Сколько лет подряд слышу я так близко. Каждый вдох и голос такой родной. Но время не может остановиться там, где небо с землей встречались нас, звезды с луной венчали от радости до печали лишь пара несказанных слов. Все, что нам сейчас осталось, но перевороть усталость за музыкой вверх подняться, стать мелодией облаков. Застывает на часах стрел, и минуты мне не бьют метко, как в немом кино черно-белой лентой пробегают наши воспоминания. На притихший город ложится первый снег, заметает улицы, а мне все не спится. Время мое сердце сковало льдом. Память прячет нашей любви страницы там, где небо с землей встречались нас, звезды с луной венчали. Все, что нам сейчас осталось, но перебороть усталость за музыкой вверх подняться, стать мелодией облаков. Сергей, а вы по жизни больше романтик-романтик или весельчак-шутник? Кто вы?
Романтический весельчак. Да? Да нет, вопрос так я бы не ставил. Я серьезный человек на самом деле, ну, по большому и по малому счету. Вот. И ну, просто так сложилось, что по судьбе мне далась вот эта профессия, профессия музыканта, певца, и я занимаюсь тем, что веселю людей со сцены. Ну, судя по последней песне, не обязательно веселить. Может быть, какие-то песни заставляют о чем-то задуматься. Ну, да? Есть еще же и грусть такая, она светлая. То есть, вот как раз я стараюсь, это как раз относится к тому поэту, о коем пойдет сейчас речь. Вот у него как раз стихи, они пронизаны, вроде бы они грустные, но грусть такая светлая, хочется под нее как-то всплакнуть, так по-хорошему улыбнуться. А как вы говорите, о каком поэте? Ну, Алена, 120 лет ему исполняется в этом году. Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Сергей Есенин? Совершенно верно. Спасибо, мне подсказали редактор большое. Дело в том, что не всегда знаешь, в каком году выйдет программа, которую ты снимаешь. Нет, если серьезно, да, вот есть даже, я так понимаю, песня «Память Есенина» у вас в творчестве. Да, мы ее исполним, эту песню. Да-да-да, попозже. В общем-то, да, когда-то, несколько лет назад, я сделал программу целую у моего друга Юры Гальцева в Театре эстрады в Санкт-Петербурге, в Театре эстрады. Вот. И мы сделали полностью программу, двухчасовую, песни на стихи Сергея Есенина, где помимо моих песен, ну, музыку я имею в виду, я выбрал самые, на мой взгляд, такие удачные песни за весь вот этот 30-летний, может быть, период. Ой, там, а назовите 2-3 хотя бы произведения, там просто интересно. «Озорной гуляка», и «Синее небо России», и там, я не знаю... Так теперь решено безвозвратно, я покину родные края. Это и «Москва», это и «Не жалею, ни зову, не плачу», это и «Клен, ты мой опавший», это и «Босфор», ну, много. А что исполним сейчас? Сейчас мы исполним эту песню «Музыка моя». Песня называется «Дорогая», может быть, нетипичная для Есенина, но у него обычно такая грусть легкая, а это такая веселая, заводная песня, озорная. Сейчас, ничто человеческое Есенина было не чуждо. Однозначно, и поэтому, да. Песня «Дорогая». Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Это золото осеннее, это прядь волос белесых. Все явилось как спасенье беспокойного повесы. А я давно мой край оставил, где цветут луга и чащи. В городской и горькой славе я хотел прожить пропащим вместе. Я хотел, чтоб сердце глуше вспоминало сад и лето, где под музыку ликушек я растил тебя поэтом. А там теперь такая осень, клёны, липы в окна комнат, ветки лапами заброси, ищут тех, которых помнят вместе. Дорогая, сядь же рядом, ну поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную югу. Дорогая, сядем рядом, а поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную югу. We'll be right back.
Сергей, ну это такая песня, знаете, когда вот если, допустим, брать свадьбу, о которых мы с вами говорили, это же после торта. Вот такая вот, после торта. Ну, она, да, она веселая, на самом деле, такая под гармошку, такие какой-то мотивы цыганочки в ней чувствуются. Ну, в общем, такая откуда настоящая... Откуда у парня испанская грусть? Что? Цыганская грусть. Откуда это разбитное веселье вот это появилось? Ну, от Сергея Есенина. А Русь все так же будет жить, плясать и плакать у забора, наверное. Вот, и я могу рассказать такой эпизод из жизни Есенина, когда я делал программу, старался какие-то факты, не описанные современниками поэта, в Ленинской библиотеке и в исторической здесь, в Москве, кое-что вот удалось мне, и такой факт из жизни Есенина. Представьте себе прошлый век, ледяные просторы комнаты Санкт-Петербург, где жили два поэта, Сергей Есенин и его друг Анатолий Мариенгов. И поэты, согревая своими телами, отопления не было, ледяные простыни. В связи с этим Есенин предложил жалование советской машинистке одной поэтессе. У поэтессы были прекрасные бедра, великолепные плечи. Горячая кровь. Предложил жалование советской машинистке с тем, чтобы девушка приходила к ним домой, нагревала, раздевалась, ложилась в постель. И, согрев ее теплотой своего тела, ну, 15-минутная работа, одевалась и уходила домой, сказав, что при этом мы будем сидеть к ней спинами, уткнувшись носами в рукописи. 3 дня поэты ложились в теплую постель. На 4-й день девушка ушла от них, заявив, что не намерена продолжать свои службы. Когда она говорила, глаза ее пылали гневом. Но в чем дело? Мы свято блюли условия. Вот именно я не нанималась греть простыни у святых. Московский озорной гуляк. Я обманывать себя не стану. Залегла забота в сердце мглистом. Отчего прослыл я шарлатаном? Отчего прослыл я скандалистом? Не злодей я и не грабил лесом. Не стрелял несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам. Я хожу в цилиндре не для женщин. В глупой страсти сердце жить не в силе. В нем удобней грусть свою уменьши. Золото в садовать кобыле. Каждая зверя лечит. Я московский озорной гуляка. По всему Тверскому околотку. В переулках каждая собака. Теперь уж я болеть не стану. Прояснилась омуть в сердце мглистом. Оттого прослыл я шарлатаном. Ну, оттого прослыл я скандалистом. Я московский озорной гуляка. Во всему Тверскому околотку. В переулках каждая собака знает мою легкую походку. Вместе. Знает мою легкую походку. Знает мою легкую походку. Сергей, как публика принимает блок песен о Есенине? Точнее, на стихи Сергея Есенина.
просто в афише мы заявляем заранее, что будут песни на стихи Сергея Есенина. И, ну, в основном, естественно же, ответ это позитивно, очень хорошо. И люди подпевают, мне очень приятно. Я иногда выхожу в зал, какие-то песни «Клен ты мой опавший», люди поют с удовольствием. И, в принципе, наверное, этот поэт, вот 120 лет в этом году, и он, наверное, нашел какой-то ключик, какую-то тайну к сердцу вот российского человека. Не только русского. Вы знаете о том, что когда Есенин был, ездил в Грузию, ездил в Батум, и поэты там, и люди интеллигентные с удовольствием цитировали его стихи, и до сих пор это делают. То есть он нашел какой-то ключик такой именно к сердцу человеческому. Какие-то струны человеческой души, мужчины и женщины, затрагивают его стихи и будят какие-то очень светлые чувства. Хочется эти стихи цитировать, читать. И вот, казалось бы, 120 лет уже прошло со дня рождения, но он живее всех живых. Мы послушаем песню «Пара лебедей», а потом вернемся к разговору. Улеглась моя былая рана, пьяный бред не гложет сердце мне. Синими цветами Тегерана я лечу их нынче в чехане. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли, как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Но ты меня не любишь, не жалеешь, разве я не могу? Смотря в лицо, от страсти млеешь, мне на плечи руки опусти. А потом пойдешь своей дорогой распылять безрадостные дни. Только не целованных не трогай, только не горевших не мани. И когда с другим по переулку ты пойдешь, болтая про любовь, может быть, я выйду на прогулку и с тобою встретимся мы вновь. Отверну к другому ближе плечи и немного наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо «Добрый вечер». Я отвечу «Добрый вечер, мисс». Но ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного не красив? Несмотря в лицо, от страсти млеешь, мне на плечи руки опусти. Руки милой пара лебедей в золоте волос моих ныряют. Все на этом свете из людей песнь любви поют и повторяют. Руки милой пара лебедей, руки милой пара лебедей. Я так понимаю, что в вашем творчестве много песен на стихи Есенина, то, что они как-то перекликаются, правда ведь, по сути, ну, по настроению вот с вами? За долгие годы творчества накопилось достаточное количество песен, и, в принципе, я когда-то раньше, когда еще перед тем, как приехать сюда, в Москву, поступить в Гнесинку, я и раньше на гитаре у нас в Сибири очень хорошо как бы принимали эти песни, и всегда мы... Там с мамой, с бабушкой садились, я подыгрывала и пели эти песни. «Клен ты мой опавший» и многие другие.
Я так понимаю, что у вас, в принципе-то, есть свобода выбора, что петь, что не петь. Наверное, да. Ну и, в принципе, я думаю, у любого творческого человека, тем более в преддверии юбилея, есть такая возможность и такая... Ну, конечно же, всегда хочется, чтобы твое видение песни и твое отношение, твои чувства, которые ты вкладываешь в песню, они бы передались людям, которые сидят в зале. Вот это, наверное, есть счастье для творческого человека. Вот я считаю, что отчасти мне повезло в этом смысле. Потому что, знаете, иногда бывает, я всю жизнь пою джаз, извините меня, а выходчик на сцену поет попсу. То есть немножко раздвоение такое. То есть человек любит одно, а приходится петь что-то другое, чтобы зарабатывать деньги. Ну вам повезло, вы везунчик. Везунчик, как минимум. Да, как минимум везунчик. У нас сегодня в гостях везунчик Сергей Любавин. Мы слушаем следующую песню «Синее небо России», а потом я вернусь. Бегут весенние ручьи, и солнце в них купает ноги, а мы куда-то все спешим, мы проклянем свои дороги. Ой, ты синее небо России, ухожу очарован тобой, и березки, как девки босые, на прощание мне машут листвой. Я нигде без тебя не утешусь, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. С другой, быть может, брошусь в омут, ведь никогда ей не понять святую страсть к родному дому. Ой, ты синее небо России, ухожу очарован тобой. На прощанье мне машут листвой. Я нигде без тебя не утешусь, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто... Сергей, ну, я, во-первых, хочу вас и ваших музыкантов поблагодарить за то, что вы пришли к нам на программу, нашли время. Хочу вам пожелать в следующем году потрясающих юбилейных концертов, чтобы пришли те самые люди, которых вы ждете, в зал, на сцену к вам, разделить этот праздник, юбилейный вечер вместе. Спасибо. С вами. Письма передам, как только Сергей закончит свои выступления. Вот эти все написанные. Спасибо огромное. Тепло ладоней. Будет заняться чем на выходные дни, все прочитаем и...
вообще это очень приятно, когда вот до сих пор существуют и мобильные телефоны, и компьютеры, но люди садятся от руки, пишут, вот это вообще дорогого стоит на самом деле. Меня зовут Алена Бородина, мы обязательно увидимся на телеканале «Ля Минор» в программе «К нам приехал». Вам всего хорошего. Спасибо, Алена. Спасибо. Спасибо большое. И крайняя песня у нас, это песня памяти Сергея Есенина. Вот, и я с удовольствием в год 120-летия творчества поэта хочу ее исполнить с большим удовольствием. Счастливо. Я опять напьюсь отравы горькой и проснусь в объятия тишины. За кабацкой деревянной стойкой незаметно пролетают дни. Никогда не суждено мне поле поутру бежать по сым к реке. Только часто снится это поле клевера, застывшие руки. Русь кабацкая ночами снится, вышки лагерей пасет конвой. И девчонка стройная березка из запретки машет мне листвой. Из запретки машет мне листвой. Ты прости, что променял свободу, променял с Афгана ордена и свою жизнь крапленую колоду на стакан крепленого вина. Жизнь прошла, закрылись карусели. Время золотую вяжет нить. Я б сумел тебя, Сергей Есенин, не в стихах, так в петле заменить. Не в стихах, так в петле заменить.